сегодняшней жизни поток информации огромен. Быстро ее воспринимать и качественно запоминать вас и ваших детей научат в Бердской школе скорочтения «Интеллект». Корреспонденты ТВК побывали на одном из занятий. Занятия в школе скорочтения «Интеллект» ведутся по методике Лидии Васильевой, которая, по оценке специалистов, очень эффективно помогает научиться воспринимать и обрабатывать большое количество информации. А это сегодня особенно необходимо детям. Если ребенок плохо читает, скорее всего, у него не развита функция левого полушария. Если проблемы с вычислениями, значит, нужно обратить внимание на пространственное мышление. Наши занятия помогают ребятам преодолевать все эти проблемы. Дети становятся любознательными, нацеленными на результат. Они становятся успешными как в школе, так и просто в жизни. Занятия проходят в группе, состоящей не более чем из 4 человек. Подход к каждому ученику индивидуален, с учетом его психологических особенностей и уровня развития. Раз, два, три. Добавляем скороговорочку. Баран, буян, залез, бурьян. Баран, буян, залез, бурьян. Методика направлена на развитие логического мышления, внимательности, умения концентрироваться. Те, кто уже занимается в школе «Интеллект», говорят, что результаты налицо. Ты нарабатываешь свое понимание к информации, а так ты просто слушаешь. Я стал лучше думать, там быстрее делать контрольные всякие, вместо четверок пятерки получать. Развиваюсь много. Упор в школе «Интеллект» делают на детей, но методика Лидии Васильевой многоступенчата. В ней есть программы, направленные на развитие людей зрелого и преклонного возраста. Методика Лидии Васильевны рассчитана на ребят разного возраста. Конечно, мы помогаем в первую очередь, это наиболее эффективный момент. Это начальная школа, среднее звено. Но если есть необходимость, то мы работаем и со студентами, и с людьми старшего возраста, потому что здоровый мозг нужен в любом возрасте. Педагоги называют свою школу «Интеллект» тренажерным залом для мозга и приглашают всех желающих стать умнее. Мы будем умными, счастливыми и успешными!